«Красота спасет мир» – в это устоявшееся выражение верит каждый косметолог. Яна Сулейменко не стала исключением. В своей профессии она 16 лет и знает все о канонах красоты. Свой профессиональный праздник Яна отмечает, как всегда, на работе. Улыбки пациентов для нее – главный подарок. Мне нравится то, что я могу и общаться с людьми, да, оказывать им помощь. Могу работать, ну, не только интеллектуально, но еще и руками, потому что это тоже важно. И достаточно такая большая сменяемость деятельности. Да? У нас очень разнообразные пациенты. Это не дает ощущение того, что вот как-то ты выгораешь, да, когда ты в чем-то одном работаешь. То есть такое вот разнообразие, мне оно очень нравится. Завсегдатаями кабинета косметолога являются девушки. Мужчины тоже заходят, но редко. А вот прекрасный пол не упускает возможности довести свою внешность до стандартов красоты. Самые частые запросы на приеме у врача-косметолога – это избавление от угревой сыпи и морщин, а также различные комплексы уходовых процедур и инъекции. За увеличением губ приходят, но реже. В областном клиническом кожно-венерологическом диспансере своя специфика. У нас большое количество пациентов именно для решения проблем после именно болезни. Да? Но есть тот пул пациентов, который хочет именно прийти для улучшения внешности. Да, они есть, они приходят, и мы максимально стараемся им помочь. Чтобы оставаться красивыми всегда, помимо здорового питания, спорта и свежего воздуха, Яна советует наносить солнцезащитный крем в любое время года. Он предотвратит появление морщин, пигментных пятен и рака кожи, а еще посещать косметолога для профилактики раннего старения. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.